Всех приветствую! Сегодня я покажу простой органический способ подкормить огурцы для обильного их плодоношения. Данная подкормка содержит множество микро-макроэлементов для активного развития, высокого иммунитета культуры, обильного роста завязей и плодов. Например, она даст огурцам калий, магний, кальций, железо, азот, различные витамины. Подкормка поможет восстановить слабые кусты, испытывающие недостаток питания. Заключается подкормка в использовании чайных листьев. Для приготовления удобрения берем 1 стакан зеленых крупнолистовых чайных листьев. Можно также использовать черные. Помещаем в литровую банку и заливаем доверху горячей водой 60-70 градусов. Далее настаиваем раствор до 6 часов, после чего разводим в 10 литрах воды. Приготовленным удобрением поливаем огурцы под корень, хотя бы по пол-литра под каждый куст. Также вы можете использовать листья, которые остаются после заварки чая в качестве подкормки. Поэтому листья, которые у нас остались, мы не выбрасываем. Чтобы подкормить ими огурцы, выкопайте канавку на некотором расстоянии от куста, так чтобы не повредить корни. Далее распределите несколько горстей листьев и закопайте их землей. Листья постепенно будут перегнивать и отдавать растениям питательные вещества. Вот таким простым образом можно подкормить огурцы. Спасибо за интерес к данному видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.